Всем привет! Сейчас будем проверять мой новый насос. Вот колесо полностью стравленное. Значит, берем вот такой хитрый насос. Он, кстати, может подкачивать и обычным, как обычный мини-насос. Как обычный мини-насос он подкачивает с этой стороны. Как CO2 насос он с этой стороны подкачивает. Берем насосик, он вроде такой весь пластмассовый, но вот основные части его, они у него тут металлические. Значит, смотрите, вот сюда вставляем баллон от пневматики. Ну, этот же баллончик использовали для создания газировки в советских. Так, смотрим, чтобы вот здесь вот винтик обязательно был закрыт, да, и вот так вот спокойненько закручиваем. В конце можно даже с ускорением как бы это сделать. Ну, собственно, оно никуда там, вот я сейчас его проткнул, никуда ничего лишнее не стравилось при этом. Сейчас давление держит только вот этот вот клапан, да. Вот, напоминаю, значит, вот полностью сдутое колесо стриды, да? Берем вот здесь вот, вкручиваем ниппель, так, закрутили, а теперь приоткрываем вот этот клапан, и сейчас пойдет звук, слушайте. Ого! Ого! Пошло! Засвистело! Ого! Вот по ощущениям тут, я думаю, 5-6 атмосфер. Все, баллон полностью вышел. Так, то есть один баллончик прямо вот вровень на одно стридовское колесо. Вот оно такое жесткое уже. Так, клапан обратно закрываем. Закрываем клапан и откручиваем просто уже этот. Здесь, конечно, прохладненько, но, в принципе, руки не обжигает. Можно вполне без перчаток это сделать. Так. Откручиваем полностью. Так, все. Значит, смотрите. Остатки можно, ну, все равно спустить. Все, это остатки были. Старый баллончик, соответственно, нам не нужен. Ух, холодненький. Вот он, проколотый баллончик. Все, его выкидываем. Так, и сколько же мы тут накачали, да, нам интересно. Давайте посмотрим. Вот у меня можно вот, это обычный насос, да, но когда его подключаешь, он показывает давление, которое в шине. Вот, смотрим. Так, чтобы вам было видно, как бы мне это сделать, вот. Нет, не видно. Так. О, вот так вот видно будет, да? Значит, вот смотрите, я закручиваю, сейчас появится цифра, это давление, сколько в колесе. То есть один CO2 баллончик пневматики, причем не самый тяжелый, он с минусом был, он там где-то грамм CO2 было меньше, чем в среднем баллоне. Вот он 5 атмосфер накачал. С 5 атмосферами вполне можно ехать. Для стрида это в самый раз. Значит, напоминаю, плюс он на дешевых баллонах. Не по 400 рублей баллоны, которые резьбовые, а на обычных 50-рублевых баллончиках. И, значит, вот так вот он. Одно стридовское спущенное колесо, один CO2 баллон накачивает до 5 атмосфер. Ну, всем спасибо, пока.